У знаменитого тигра Жорика появилась поклонница. Тигрица приходит к вольеру зверя из тайги. Ночное свидание удалось снять на видео. Вот этот самый момент. Жорик ложится в вольере так, чтобы хорошо видеть подругу. Она какое-то время стоит в снегу в паре метров от решетки и уходит. Сотрудники Центра реабилитации животных «Утес» в Хабаровском крае рассказывают. Давно замечали вокруг вольера следы молодой самки. Но только сейчас впервые увидели тигрицу. Напомню, что Жорика в Центр «Утес» привезли из Челябинска. Его еще тигренком спас зоозащитник Карен Далакян. В передвижном цирке малыша накормили курицей. Кость впилась в десну, началось воспаление и заражение. Сперва подумали, что просто болит зуб. Клык удалили, а воспаление осталось. Тогда обратились к известному ветеринару, и Карен Далакян провел операцию. А в 2010 году передал Жорика хабаровским специалистам.